предлагаю нам для семейного просмотра фильм «Гринч. Похититель Рождества». Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Он обиделся на Ктовичи и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами, гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал на нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные Ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Приятного просмотра!